Московский отдел полиции обратилась женщина 44 лет, уроженка города Харькова, которая сообщила, что, находясь на своем рабочем месте в магазине «Чайный домик», зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая ножом, завладел деньгами в сумме 7 тысяч гривен. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями был установлен молодой человек, уроженец города Харькова, 25 лет, которому в совершении данного преступления предъявлено подозрение. Московским отделом полиции открыто криминальное производство по статье 187, часть 3 Уголовного кодекса Украины «Разбой». В отношении последнего избрана мера пресечения содержания под стражей.